Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я участница проекта Golden Time. Я представляю свою работу «Средневековый замок». Это барельеф размером 2,5 на 5 метров. Барельефом я занимаюсь более 5 лет. Ко мне вдохновение и креативность приходят во время работы. Стоит только начать творить. Эти изящные деревья и замки, горы и водопады, домик старого мельника – все это плоды моего воображения и глубокое погружение в историю Средневековья. Создание барельефа – это знакомство с каждой формой, с каждым рельефом местности, будь то горы, вода, камни или скалы. Все это очень интересно и увлекательно. Это развитие моей души. Спасибо вам за внимание!